Привіт всім людям доброї волі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – ми і Миколаїв. Адже саме цими днями ми усі миколаївці відзначаємо День міста. І сьогодні впродовж теми я з задоволенням представляю вам наших сьогоднішніх гостей – справжніх патріотів Миколаєва. Поет Геннадий Борисов и фотограф Валерия Луговська. Господа, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое вам, Геннадий, и вам, Валерия, что вы приехали к нам в студию для того, чтобы вместе со всеми николаевцами разделить радость дня рождения. Геннадий, но у вас есть еще один повод встречи с телезрителями, потому что этими днями вы презентуете свою новую книгу, которая посвящена родному городу. Правильно? Ну, так, но немножко не так. Это, эта книга называется «Исчезновение тишины». Ну, и сказать, что в Николаеве исчезла тишина, то это как-то, ну, просто здесь есть глава, которая, да, посвящена Николаеву. Ну, и если учесть, что я 51 год здесь живу, и, ну, это мой родной город, и я об этом пишу. И спасибо вот Валерии, которая согласилась сделать иллюстрации к моей книге. Ну, потом мы подумали, что все-таки лучше ей сделать вернисаж, потому что ее фотография, она фотохудожник, ее фотографии просто превосходные. Вы и сами убедитесь, когда увидите это все. У Леры, несмотря на юный возраст, ее прекрасное чувство композиции, она прекрасно видит цвет. Она, ну, это то, что, собственно, как фотохудожника определяет, как такового. Но я хочу заметить, что у вас, Геннадий, удивительная способность притягивать к себе талантливых людей. Да, да, есть такое. У вас всегда в поле вашего зрения всегда попадают таланты. И вот наша гостья, друзья мои, Валерия Луговская, фотограф, одна из тех молодых талантов, которые, я думаю, очень скоро станут известны всему миру, потому что ее фотографии удивительны. И прежде чем зазвучат стихи Геннадия Борисова, я бы хотела, чтобы наш режиссер Татьяна Михайловна Колесниченко показала нам фотографии нашей гости Валерии Луговской, чтобы вы, телезрители, вошли в эту тему, тему любви и красоты. Татьяна Михайловна. А если можно немножко докомментировать, или там не слышно? Конечно, слышно, да? Конечно. Вот эти фотографии, они, получается... Это, значит, улицы нашего это города. Это улицы, да. Улицы, они без ретушевки, скажем. Там, по-моему, фотошоп только у нас в одной фотографии, да. А вот везде, вот Николаев, как он есть, вот глазами человека, который, значит, тут родился, тут живет. Здесь, что интересно, это николаевская кошка. Это кошка николаевская. И она у нас, она родная. Она добрая, вот и мне стихи, вот о кошке Николаевской, тоже она, вот, только такие кошки бывают в Николаеве. А это маленькие николаевцы, совсем да. Юные, которые живут в нашем городе и которые радуются этой жизни, радуются тому, что живут в таком замечательном городе на берегу рек. Вы знаете, мне художники говорили, не одни художники, что в Николаеве потрясающе красивые люди. Вот именно, ну, они видели, может быть, даже внешне, а я-то знаю немножко еще изнутри, потому что я часть города, часть общества. Да, у Валерии, конечно, был большой объем работы, она очень много ездила, она очень много фотографировала. Это только маленькая часть того, что она нафотографировала. Вот, потрясающий ребенок. Да, ребенок, в котором запечатлено будущее не только нашего города, но и страны. Ну, каждый николаевец может узнать фрагменты Николаева. Конечно, да, родные уголочки. Родные уголки. Дорогие, которые дороги каждому сердцу. Ну, это, вы знаете, вот мы так привыкли к Николаеву, что мы вот именно обращаем внимание красоты, на да? красоту только тогда, когда видим глазами фотохудожника, вот как ну, вот, Лирина. Да, какие-то потрясающие фотографии. Вот, удивительные. Там все, там и любовь, там... И пейзаж, и там все. Это даже листья николаевские. Вот так. Да, все дышит радостью. Это трамвай николаевский. Но я в прошлый раз я читал о сухом кондукторе. Я тогда уже написал, это в марте месяце. И вот это стихотворение о сухом кондукторе, который входит в трамвай, которому радуются люди, который несет позитив в жизнь, скажем так. И он тоже вносит позитив.
Какой интересный у вас костел, Валерия, на фотографии. Он устремлен ввысь. В небо, да. Совершенно. Он такой напряженный, он готов вознестись просто своими шпилями туда, кверху. Это очень видно на вашей фотографии. А здесь, я так понимаю, что это облака, но они словно птицы раскрыли крылья. И, конечно, они летят на ваших фотографиях с доброй вестью. А вот единственная фотография, там просто дождь. Ну, у нас так мало дождей, что пришлось сделать небольшой фотошоп. Но люди, это друзья, наши друзья, которые согласились попозировать немножко. Об этом чуть позже. Вот, казалось бы, да. Такое впечатление, что это не Николаев, да? Это где-то вот какие-то дальние страны, там что-то такое вот, ну, это наш Николаев, это вот такая красота и есть. Да, вот действительно красота. Татьяна Михайловна, спасибо вам большое, что вы показали эти фотографии замечательные. Валерия, ну тогда давайте и вы молвите слово, как вы стали художником, как вы вдруг поняли, что мир прекрасен, если вы будете смотреть на него через объектив и эту красоту передавать людям. Я это поняла с детства, когда дома был еще пленочный фотоаппарат, и мы ходили с мамой гулять, и я фотографировала, а потом проявляли фотографии, и мама такая: «Я ходила с тобой гулять, но я этого не видела, я не замечала такой красоты». И потом мне купили еще, ну, как бы лучше фотоаппарат, я стала больше гулять, не знаю, как-то больше родители на это подтолкнули, потому что для меня как-то... Я это вижу, сфотографировала, мне понравилось, а когда смотрели родители, они такие: «Какая красота, тебе вот надо развиваться, надо вот идти». Он говорит: «Ну, мы идем вот по одной улице, но я вижу то, чего не видят они». А потом на фотографиях они такие: «А мы ходили и даже не замечали». И многие, у меня есть своя группа ВКонтакте, и многие, я вот выставляю фотографии и спрашиваю: «А где это?» Я пишу: «Где это?» И говорят: «Я вот хожу, вот, допустим, на работу этой же дорогой каждый день, но я этого не замечала». Там была одна фотография, и девушка написала, она говорит: «Вот, вот там вот». Она такая: «Ну, как-то не видела». А потом, говорит, после вашей фотографии, говорит, действительно заметила такую красоту. Говорит: «И хожу, любуюсь, говорит, нашим городом». Говорит: «Это очень красиво». Ну и мне самой нравится как-то. Вам самой нравится творить красоту, а главное, благодаря вам люди начинают, как вы справедливо заметили, Геннадий, ценить и любить свой город. И вот, друзья мои, понимаете, наши сегодняшние гости, они не кричат о том, что они такие патриоты или еще что-то, но они действительно патриоты города Николаева, потому что они делом доказывают свою любовь к родному городу. Геннадий, ну почитайте стихотворение, конечно. А Валерия нам покажет, хорошо, господа, фотографии, которые иллюстрируют стихотворение Геннадия Борисова. Я только маленькую ремарочку сейчас скажу. Ну, без ремарочки. Никакой без ремарочки. Борисов без ремарочки. Дело в том, что я дам маленький совет телезрителям. Если вы хотите увидеть Николаев, просто помолчите. Вот гуляете и просто молчите. Отключите мобильный телефон и ни с кем не разговаривайте. Просто ходите и, может быть, даже сутки молчите. И тогда вы увидите Николаев, какой он есть. И, может быть, даже изнутри. Там немножко даже, может, философский такой подход. Ну, а сейчас я хочу прочесть стихотворение с главы, как так называется, «Я люблю этот город». Здесь стихи, вы знаете, они у меня не об истории Николаева, не об истории, именно о жизни, жизни людей, которые вот живут в этом городе, в молитве. «Дай, Господи, нам силу, чтоб Тебя принять, чтобы любовь и жизнь не предавать, чтобы простить врагам и всем друзьям, которые споткнулись и скользят. Дай, Господи, нам силу, чтобы петь, когда душа не устает за мир болеть. Дай силу, чтобы друг друга не унизить, чтобы не запутаться и смерти не приблизить людей и судеб, братьев на войне. Дай силу, чтобы не утонуть в вине, чтобы дети не забыли наши ласки, чтобы реальностью мечты были и сказки, чтобы жены нас любовью дожидались, чтобы хлеба твои не раскрошились, не продались. Друг другу посмотреть в глаза, не в руки, чтобы судьбу не пачкали со скуки. Дай силу каждому и каждому из нас прийти к тебе, когда настанет
сейчас. Вот это Николаеве тоже. Драматичное, тоже, я бы сказала, даже Геннадий стихотворение. Вы знаете, дело в том, что поэзия... Вообще, эта книга, которую вот я... Это пятая моя книга, это пятая книга. Я ее поначалу планировал делать, ну, думаю, попишу в сюре, в сюрреализме. А потом, когда уже начал работать... Это ваш любимый стиль, да? Да. А потом, когда стал работать уже над книгой, я понял, что поэзия сама по себе уже сверхреальность. Это видение изнутри каких-то... Ну, того, что ты видишь, скажем, то, что окружает тебя. Вот. И поэтому я отпустил на волю. Вот, короче, я ее закончил тогда, когда почувствовал, что я все сказал, вот что хотел. Вот поэтому так книга, она и закончилась. А Валерия показывала фотографию, это уголок города Николаева, да, да, Валерия? Да. И вы специально подобрали эту фотографию под стихотворение Геннадия Борисова. Да, Геннадий мне скинул свои стихотворения, я их читала, и вот это надо почувствовать. Вот для этого стихотворения вот именно вот эта фотография, вот как по мне, она вот... Вот одно целое, вот законченное, вот стих и фотография. Да, икона и камень. Именно то, что в ваших стихотворениях, Геннадий. О, я даже не думал. Хорошо, вы извините. Ну, Валерий, это же Валерия так увидела. Давайте еще послушаем ваши стихи, Геннадий. Вот стихотворение, да, называется «Проснись». Да ты проснись, ведь утро зацепилось за наши сны, любовь и возродень. Смотри, пылинки засветились в лучах софитах, и овал колен вновь манит сладострастьями чудо твоих движений с ниоткуда и повсюду. Проснись скорей, я вновь тебя хочу усыпать лепестками поцелуев. И как сказал поэт, на плаху палачу. Но нет, какой палач, когда душа ликует? Проснись, родная, на завтрак лишь любовь и специи, прикасания и ласки. Проснись и подними с просонья бровь, ведь тайна для двоих без слов огласки. Проснись, рассвет не вечен, он расцвел, наполнил страсти жар переплетений. Проснись, пусть повторится ночь вновь в шагах творений, в лике откровений. Так, мне кажется, просыпаются любящие люди. А Валерия увидела ваше стихотворение по-своему. Да, по-своему. Это, видите? Да. Вы написали стихотворение «Проснись», очень личное и интимное стихотворение. А Валерия увидела это стихотворение в том, что идет семья с ребенком, и вот они тоже просыпаются. Как это прекрасно, когда семья... Это тоже любовь. Это тоже любовь, когда все вместе... Да. Вы немножечко, да, Геннадий, в прошлой нашей передаче, когда мы с вами встречались, угу, в прямом эфире, у вас были стихи более жесткие. Такие, да? Жесткие, они, да, вошли сюда, они вошли, ага, но вошли. Там глава отдельная просто, вот она называется «Через меня». А сейчас мы тему другую взяли. Книжка ведь как получается, там несколько глав у меня. Одна глава, естественно, для детей, вот, которая то, что я посвящал, «Дядя Сёма и пальто» называется. Одна глава, я люблю этот город, ну понятно, это о Николаеве. Одна глава называется «Скворушке посвятил». Это любимой женщине, и там стихи, вот лирика. Ну и одна из «Исчезновений тишины». Я могу немножко похвастаться, можно, да? Конечно, да, Геннадий, вам можно все, тем более день рождения города. Да, ну вот как-то где-то месяц назад или полтора Алёхина Кристина защитила диплом магистра, наконец-то, защитила полтора года, она писала дипломную работу. Оказывается, я внес 609 новых слов в русский язык, да. Да. Ну, в общем, вы пополнили русский алфавит? Ну, я или не алфавит, слова, нелогизмы. Ну, это, да, нелогизмы. Ну, там, понимаете, как там не совсем нелогизмы, там если люди будут употреблять эти слова, вот, ну, тогда это станет новыми словами нелогизмы. А там как-то иначе называется, я не могу запомнить, честно говоря. Да. Вот. И она защитилась. Ну, я видел просто членов комиссии случайно, вот, случайно видел. Они сказали, что было здорово, но что они не ожидали. А ну, какие вы придумали новые слова? Может быть, телезрители 609? Их услышат? Ну, хотя бы несколько. Может быть, телезрители их услышат, увидят. И, может быть, вместо некоторых слов, которые так любят употреблять многие или в пылу гнева употребляют, ну, каждый грешен, может быть, возьмут на заметку новые слова Геннадия Борисова? Геннадий, ну, например. Все 609 я не буду. Кстати, я уже начал работу над новой книгой. Ну, вот если кто-то... Вот слова «льда» есть.
есть, да? Будет да. Слава Борисова. Конечно. Почему бы нет? Почему ну, нет? Такое? Все возможно в да. этом мире. И там, ну, вот я, допустим, слово, да, вот давайте вспомним, каждый из нас, да, вот ставил перед собой какую-то цель, и вот он долго шел к этой цели, да, он устал, он достиг вот того, чего он хотел достигнуть, и он взошел на пьедестал. Так вот это чувство, с которым мы избираемся на пьедестал, называется просто пьедесталость. Когда мы и устали, и радость, и вот это, и вот, вот все вместе, то, что нас переполняет, это вот и есть то сам. Недавно как я написал... Какой-то ты сегодня запьедесталист, можно так говорить? Ну, хорошо, книжка ж вышла. А вот недавно я написал стихотворение, значит, там, она в эту книгу не вошла, ну, потому что недавно-то. И там у меня яхты... которые, значит, пристают, пришвартовываются, да, мы когда на них смотрим, на речку, да, мы говорим, яхты. А теперь представьте, что облака, которые пришвартовываются к горизонту, ну, я же поэт, а мы, когда на них смотрим, мы говорим, не яхты, мы ахты. Да, вот это те облака, которые мы от восторга. И еще последнее слово я скажу, потому что это долгая история, это, в общем, если так рассказывать, то очень... Вот, смотрите, у меня в одном стихотворении есть... четкое определение рук. Вот рук много, людей много, а вот руки родного человека, да, это руки приголубицы. Вот, то есть вот такие вот эти слова, они достаточно емкие, и они более конкретизируют. То есть это не руки уже, а это приголубицы. Приголубицы, да. Не, руки приголубицы, там через дефис у меня руки идет. Руки приголубицы. Да, руки приголубицы. Это ну, руки вот, родного человека. И много слов, там, конечно, много экспериментальных слов. Я иногда я делаю глаголы, существительными делаю, или наоборот. То есть я экспериментирую, я ищу для того, чтобы более емко, ну, более точно выражать свои мысли, чтобы в звукоряд, ну, как тот, который создают, допустим, потому что это и фонетика тоже, вкладывать большой философский смысл, ну, как пытаюсь, как оно получается, ну, это уже... Это вы же бы не зрители. Были поэтом, если бы не вкладывали философский смысл во все, даже в обыденные вещи, Геннадий. Будьте еще добры. Можно почитать? Конечно, да? Мы же для того, чтобы пока здесь хорошо. Читать стихи, и мы бы, и Валерия будет иллюстрировать ваше стихотворение. Без названия, пока. На усталой осенней улице мы втроем, ты и я, и наш зонт. И прижмемся друг к другу, зажмуримся мы от счастья, ты и я, и наш зонт. Губы в такт дождинок целуются, все чирили, словно сказочный сон. Пусть прохожие нами любуются, под дождем мы поем, и наш зонт. Ну вот все чирили, да? То есть то, что окружает, оно становится чудесным, чириль. Вот оно, понимаете, вот то, что нас окружает. Когда мы любим, мы мир не замечаем, но нам кажется, то, что нас окружает, это и есть какое-то колдовство, какое-то волшебство, какая-то сказка. Человек все преображается. Чириль. Вот все чириль, которые нас окружают. Вот новое слово, пожалуйста. Это самое. Но когда его слышишь и читаешь, тут можно понять, что поэзию нужно еще и читать. Я очень не любил и не люблю наизусть учить стихи, потому что таких монстров, как Бродский, допустим, Цветаева, как Кузьмин, Хлебников, они, их нужно читать, перечитывать, и ты каждый раз находишь что-то новое, и ты другие оттенки. Все зависит от того, с каким ты настроением берешь книжку, с каким настроением ты читаешь это все, что было перед этим, что будет после. Это все взаимосвязано. Это поэзия, это удивительное искусство. И считается оно самым сложным. Я не знаю, я не знаю других видов искусства, вот я не знаток, да, допустим, но вот когда ты создаешь, вот тут тоже и композиция здесь есть, и тут много чего. Но здесь и фонетика, и композиция, и лексика, тут много чего. Вот, ну, как-то вот так. Но поэзия, да, это как бы она вне мира. Она и в мире, и одновременно вне мира. Она грядет сквозь. Сюрреализм, да. Сюрреализм. То есть вот она сама по себе уже. Сама я по вот, себе. Если можно, у меня есть хорошее стихотворение про, значит, осень. Вот мы с фотографией, значит, как раз... Послушайте. Осень страстно целует мир влажными губами туманов. Я листаю страницы книг, улиц, проспектов, романы. И деревья с пунцовыми щеками в спелой девственности шепчут страдания. На соборной огни пересчетами манят нас в иллюзорность желания. Осень прячет в ладони прохлады старых улиц, спокойных, прости. В этом городе тебе всегда рады. Ты без стука к нему приходи.
Этот город счастливых судеб. Он наивен, без лжи и обмана. Этот осень, где осень так любит целовать мир губами тумана. Поэты вот любят осень. Да, ну как-то там... Это более интересно писать. Весна, осень такое. Ну, зима, что холодно. А ты лето? Зажимаешься. Лето жарко сильно. Вот. Пишешь везде. Пишешь смс-ками, когда едешь в маршрутке, если надо писать. Но осень настраивает на созерцание, да, Геннадий? Да. Недаром, наверное, день рождения город Николаев празднует именно осенью. Ну, так получилось, что стало традицией, что я стал книгу выпускать, не к дню рождения города, там еще мой день рождения, 14 числа. То есть я делаю себе подарок, ну и городу, знаешь, что, нормально. Геннадий, то есть вы потому, наверное, такие стихи у вас пронзительные о Николаеве, потому что день рождения города практически совпадает с вашим днем рождения. Ну, где-то так, да, где-то так, но здесь... Так совпало просто, так получилось. Вы знаете, в этой книжке, вот я вот так немножко, эта глава, там о рождении детей, да, вот как рождаются дети. Я не рассказываю, я не, там, не гинекологи, да, рассказывали, кто там, акушеры, как рождаются, я не об этом говорю. Я говорю о том, что ребенок, который рождается, который вдыхает воздух Николаева, он по-своему видит мир, он уже николаевец, он уже другой. Разные города. Херсон не похож вообще на Николаев. Одесса тем более не похожа. Разные города, разные люди. У нас прекрасные люди. У нас сколько наций намешано. Это же интересно. Просто все интересно, если ты начинаешь этим интересоваться. У нас прекрасные соборы, у нас прекрасная архитектура. Особенно в центре города. Ну, это... Есть о чем говорить. У меня даже в этой книжке есть... Есть о чем говорить и есть что любить, да, Геннадий? Да, и есть даже как хоронят в Николаеве. Тоже своеобразно. Я не знаю, как хоронят там в Херсоне, в Одессе, допустим, в других городах. Но я описывал то, как хоронят в Николаеве, тоже по-своему хоронят. Ну, это все... Я сейчас не буду читать. Это, ну, если кому-то будет интересно, есть я, есть мои книги, это всегда можно прочитать. Вот. А пока я хочу еще у нас... Да, мы еще успеем, Геннадий, чтобы... в честь дня рождения города, ну и заодно и в честь вашего дня рождения. Почему нет? Я еще прочту стихотворение, я единственное его читал на прошлой передаче, да, но я прочту, он хороший, он тоже о Николаеве. Он так и называется. Я люблю этот город. Я люблю этот город, где весной проснулись сирени цветущая любовь. Этот город, где в венах стареньких улиц течет столько лет моя кровь. Я люблю этот город, где на крышах лениво луч солнца с росой на рассвете, в нем тебя называл родной и любимой, где поешь колыбельную и детям. Я люблю этот город за тихие парки, в ночи без фанфар и овации, доминошные битвы в дворе, как жаркие, где мечты в цветениях акации. Я люблю этот город без злобы и фальши, где дома пьют прохладу ветвей. Я влюблен в проспекты и улицы наши, где судьба и букеты детей. Вот нам не хватает только к сегодняшней нашей программе еще композитора, который бы написал музыку на ваши стихи, Геннадий. Ну, так я есть. Композиторы, приходите, созвонимся, можно это все. Да почему бы нет? Там я никогда текста не писал, там это надо тексты писать. Там стихи не всегда, они же это самое, ложатся на музыку, это там немножко другое все. Ну, нужно поработать, если будет интересно, если. Ну, как-то так. Я всегда открыт. Вы, да, действительно, вы всегда открыты, и, как я уже говорила, вы привлекаете к себе талантливых людей. Валерий, когда вы стали сотрудничать с Геннадием, вы для себя, наверное, открыли новые горизонты? Слушая его стихи и подбирая фотографии под его стихи. Да, потому что обычно я просто беру фотоаппарат, иду гуляю, включаю музыку и как-то вот под настроение. А тут я прочитала стихи, я знала, что я хочу. Я ехала с целью, то, что я знаю, что я хочу сфотографировать, и что вот оно будет сочетаться, и получится очень красиво. И получается действительно очень красиво, и такой своеобразный, мне кажется, подарок. Вот так мы, друзья мои, и открываем день рождения
рождения города Николаева. Ну что ж, Геннадий, Валерия, спасибо большое, что вы к нам пришли. А мне, только, если можно, я два слова скажу о презентации. Только да? два слова, Геннадий. Да. У нас будет презентация, мы отдельно делаем вернисаж для Валерии, отдельно вернисаж будет. Приходите, это очень интересно. Это будет 10 числа, детская библиотека номер 8 на проспекте Корабелов, это Корабельный район. 16 числа в день города, да, это будет научно-педагогическая библиотека в 14 часов. И 26-го, по-моему, или 20, я уже не помню, 26-го, да, это будет Шурикобера и Витихоменко, там 12 часов. Вот, пожалуйста, приходите, я почитаю, я расскажу много что интересного, много чего интересного, да, по поводу того, как я писал и о чем книга. Спасибо. Да, спасибо. И Геннадия стоит послушать, друзья мои, а фотографии Валерии стоит посмотреть. И сегодня у нас в гостях были поэт Геннадий Борисов и фотограф Валерия Луговская, которые очень любят свой Николаев и не просто любят, а доказывают это делом. Це була розмова на тему. На все добре.